Хаяровас. Предыдущее видео смотрели, знаете, что нас ожидает? Шапка. Шапка. Цурта. Шапка цурта, поняли? И она, когда шапку одела, говорит: мам, я так странно выгляжу, наверное. Но очень холодно, это говорит. Шапку одела, потому что холодно. Окей, у нас праздник, уже знаете, будет меню донатсы и суши. Собрались наши посетители. Говорит, почему-то мне очень хотелось донатс. У нас было семейное желание съесть донатс. Представляете, кроме этого человека, он суши хотел. Сначала мы десерт едим, потом уже фуд. Дети пусть кушать не будут, они уже пасту съели. Аркадян заркили макшеровку так давай. Наверное. То есть Люсин тоже не хочет. Люсин заказала маленький ролл. Он очень занят, извините, не может сейчас общаться. Ест донат, смотрит телевизор. Хамова? Угу. Аркадян лавна, давно не покупали, бедные дети. Напали прямо, как будто из голода убежали. Эти мои любимые. Три заказала. Давайте на десерт покажу. Там малиновый джем. Смотрите, какой сияющий. А он для тебя тоже купил. Не пожалел. А муж любит эти с шоколадом. Сейчас устрою суши-парти, потом десерт будет. Ешьте, дети, ешьте. Мама будет смотреть, как вы кушаете. Плюс. Сушенька. Сейчас тут сушенька, да? Окей. Сначала десерт, потом еда. Целую пачку донатсов дети опустошили за секунду. Даже не успела глазом моргнуть. Точки не потерпелась, уже начала. Я тогда что-то новое взяла. Не знаю, как это. О, этот чунак. Спайси тюна бискет. Посмотрим. Главное название не забыть. Тюна бискет. Помним. Иди сюда. Это коктейль сашими. Маленькие сашимички. Сырая рыба. Все удивляются, как можно есть сырую рыбу. Но с этими соусами очень вкусно. Потом ешь джинджер, но мы джинджер не любим. Но не джинджер. О, джинджер я люблю, муж не ест. Васаби. Терпеть не могу. Но говорят, васаби и саке убивает паразитов. Так что хотя бы одно из этих двух нужно с суши есть. Особенно если сырую едите. Это что? Это, по-моему, твой любимый банан ролл. Или не знаю, Токио ролл, maybe. Но это не банана ролл. Но это банана ролл. Так, банана и манго есть и минчелем. Что-то манго салмон ролл. С манго, по-моему, не пробовали. Там манго и салмон. Красная рыба. Интересно. Больше ничего. Это из теплого. Наверное. Ах, Green Dragon. Но. О, что это? Это тоже что-то новое. Я не знаю, что это. Запах хороший. Или мы голодные. Все закрыто. Кстати, здесь все рестораны закрыты. А если что-то заказываете, заказывайте из своего любимого ресторана. Асахи мы любим. Это так хорошо выглядит, спайси. Не знаю, что там, но там спайси тюна, перец какой-то или кюкамбер.
Окей, сейчас уложу на блюдо, чтобы хорошенько насладиться. Ой, это, по-моему, ты любишь Aram Energy Roll Green Dragon. Это дракон. О, ты узнал своего дракона? Он уже в лицо помнит своих жертв. Дракон его жертва. Что еще? Что-то теплое. О, это моя любовь. Шишито пепперс. И шишито чесуто. Сивит салат. Сивит салат. Салат из водорослей. По-моему, показала или нет, не помню. И шишито. Иногда так вкусно готовят, иногда ужасно невкусно. Люблю, когда криспи. Не криспи, потому что закрыли, уже как бы смягчилось. Много, огромное количество джинджер. Yes! We have it in our fridge. Иди там, он ставит к нам. Это муж не любит, я люблю. И очень много салфеток, молодцы. У них очень хорошие салфетки. И палочки, выручалочки тоже. Арамджан, ты голодный, я здесь что-то показываю. О, как хорошо, что сой-соус. Есть сой-соус чунэнг-мэнг. У нас нету. Уже есть, но... Как я забыла, надо... Вам надо в корейский пойти с шопинг. Где надо чайный шопинг? С точкой по-русски разговариваю, и она говорит... Ха, кол, кореан маркет. Это мой любимый соус мужа. Унаги, говорите, по-моему, илсос. Вот этого мы боимся. Мы просто не можем никак смириться с васаби. Но многие с ума сходят. Смешают с илсос, соевый соус. Ох, уже от запаха умираю. Ужас. Все, арамджан. Если мы дома едим, муж тоже не любит, я тоже не люблю. Должны быть из нормальных блюд. То есть подаю из, в нормальных тарелках и блюдах. А то он так злится на меня. Это, по-моему, spicy mayo. Просто майонез и сирача вместе замешивают. Сверху, наверное, унаги или какой-то сладкий соус, может, терияки. И получается такой вкусный соус. Быстро-быстро уложу, Арам. Не бойся. Ранчиться не будем. Ага, это сюда. Это в этом уголке. Ох, эти так не люблю. Кейл. Очень хорошая зелень. Но, знаете что? Мы любим зелень есть, а не декорировать. Такой очень грубый зелень. Это дочка любит. Окей, пусть останется, сама возьмет. Что еще из холодного? Холодное вместе положу, не холодное вместе. У меня чистые руки. Не бойтесь. Твой дракончик, Арамджан. Пока палками буду нянчиться. Мы здесь не для этого собрались. Вы люди не чужие. Эти храмы такие хорошие, удобные. Эти сюда положу. Очень важно, чтобы еда выглядела презентабельно. Можно так сказать, нельзя? Это для дочки. Ох, фольге вообще не люблю еду подавать. Муж так любит этот соус. Иногда я ему говорю, ты не суши ешь. Ты ешь соус, илсос, суши. Но там все нехорошие ингредиенты. Это я мужу говорю, как с вами разговариваю, но мужу говорю. Очень много corn syrup. Не знаю, все, что не надо, находится в вкусных вещах. Это тебе, это сюда.
палочки выручалочки. Знаете, он не ест салаты, поэтому салаты я себе только положу, чтобы его не мучить. О, спасибо, джентльмен. Давно за едой не ходить, дегустацию не делали давно. Все закрыто и не ясно, когда откроют. Откроют ли? Оказывается, эту джинджер, маринад джинджер, надо обязательно хорошенько, как бы, сделать дегидрат, то есть все, что всю эту жидкость надо взять с этим. Все, Арам. О, эсперель, Лиль, но у меня специальные стаканчики есть. Чигатар? Специальные стаканчики. Сюда. Что еще хотела? Это в тарелочку. И все, Арамджан, садимся, извиняюсь за ваше мучение. Оли, я морацелей сравра тюнака. Я думала, это веганские, но на них тунец сушеный. Враны бурлец нумен вор так шаманак. Когда еще теплый, горячий, на нем сыпают тунцовым, не знаю, как это называется. И как будто там червяки купаются. Это тунец. Это, по-моему, готовила на канале. Хара, ты помнишь? Шишито пепперс готовила. Да-да-да. Вкусно. Начинаем наш пир, дорогие друзья, товарищи. Ох. Пусть мужчина сначала найдет. Найдет, начнет. Алло, бисквит попробуй. Ну, это не бисквит, но попробуй. Это что-то baked. Не помню название. Подержу. Один за всех, все за одного. Намакаем. Рассыпался. Вкус как у шашлыка. Рыбы. Шашлык из рыбы. Я обязательно с джинджер пробую. Это шашлык. Да, это шашлык. Интересно, как это называлось? Я сейчас найду. Baked something. Smoked one, maybe? No. Не знаю, это не банан ролл. Tokyo ролл, maybe? Шашлык. В общем, не знаем название, это шашлык. Вкусный арам. Окей. Это бисквит какой-то с тунцом. Он халапеньо удаляет, не любит, видите ли. Боится. Укусит. Вкусный. Криспи райс. Хрустящий жареный рис. Сверху спайси тюна, тунец. И авокадо. И халапеньо. Очень вкусно. Ты ешь. Ты любишь вкусные вещи. С дочкой говорим слово шашлык. Вы говорите шаш, шаш, шаш. Это как будто на армянском шаш, как бы косые глаза. Она думает, мы про кого-то разговариваем, у кого-то шаш, глаза, шаш. А мы всего лишь про этого разговаривали. Арам,
хочу попробовать этот сашами коктейль. Это с васаби надо, но я васаби не могу, просто извиняюсь, умру. Слишком сильный для меня. Ты сидишь? Че? Too much. Он очень такой вкус сильный. Но свежая рыба. Шатарма, ладно. Фиши? Но it's not fishy. В рыбе вкус нету. О, окей. Но блин, очень сильный для меня. Даже с сой соусом дойти даже не помогло. Наверное, с другим соусом надо. Соус был, это не ил соус. Хочешь попробовать арам рыбу сырую? Пусть он пробует. Я не каскадер. Это, по-моему, Токио ролл, если не ошибаюсь. Там огурцы, спайси тюна сверху, тоже с тунцом что-то. Такой голодный, видите? Мы смотрим. Он еще побрился, кстати. На лысый побрился. Вкусно? Для него все вкусно. Что берет, намокает в этот ил соус, и все, это вкусно. Все одного и то же вкуса. Но? Драгон ролл? Драгон ролл любишь. Подожди. Что это? Палочка какая-то. А, ну, это не палочка, это рыбья косточка. Что это? Но? Не волосок. Что-то крепкое, как будто... Рыбья косточка. Окей, okay, сверху Илса рыба есть. Хамува. Видите, как балую его? Ну, холодный, да, очень хороший. Ха. Остудился, пока я на стол накрывала. Мы с мужем, когда заказываем суши, всегда берем hot sake, горячий. У нас дома нету hot, у нас есть холодное, но самое главное, наше сердце горячее. Я такие тосты иногда говорю, все удивляются. Выпьем за то, чтобы мы никогда не остывали. Это надо, суши. Хороший? Неплохой. Холодный гораздо лучше. Холодный гораздо лучше, потому что когда едим острую и пищу какую-то, а суши обязательно берем что-нибудь острое. Ешь острое, уже во рту все горит, и вдобавок горячий саке умираешь. Но потом приятное чувство такое. Да, манго. Манго? Да, манго что-то не то с этим, то есть на вид... И разваливается, почти не прилипло. Видите, здесь очень такой необычный ролл. Только салмон, манго. Я думала, что-то еще будет. Давай, пробуем. It's delicious. Mango sirmes? What a mango! Ничего. Манго не понравилось, честно говоря. Или не понравилось слишком много салмона там. Так и хочется взять этот салмон, чуточку поджарить, потом съесть. Такие узкие, толстые. Не понравилось совершенно. Больше не закажу. Остальное вкусное. Банан ролл попробую. Я бы не могла представить, что...
бананы могут быть так вкусно в роллах. В этом ролле что есть? Знакомимся поближе. Там только краб мид, спайси, немножко с сирача. И майонез тоже добавляют. Краб мид, авокадо, рис, банана и сверху красная рыба. И все это вместе очень вкусно, не считая звуки детей. Счастливый человек. Ох, я наелась. Папаншафт или это с шашликом? Она уже знает, что это шашлык. Действительно, самый вкусный был шашлык. Токио ролл. Но банан он уже, банановый ролл пробовали. Вкусный. Этот бискет, тюна бискет, был вкусный, хрустящий. Шашлык, да, сказала уже. А грин драгон, зеленый дракон, когда не горячий, не вкусный. Даже очень не такой соблазнительный дракон. О, хором, я так наелась. Пусть мучается, все съедает. Это Токио. Ты сейчас в Японии. Съешь и покажется, что ты в Японии. Это армянский ролл, шашлык. Спасибо, спасибо, я за рулем. Такое было, да? Люди не пили, говорили за рулем, но все равно пили и водили. Было такое. Что мне опять тост сказать, Арамджан? Но это без тоста. За вас, за нас. Самый лучший тост. Какой ты немногословный, Арам, сегодня. Больше на шопинг не идешь? Видите, как он вас минутку из дома вышло, он уже на шопинг с дороги не уезжает. А сегодня вот сидит, видите, как разговаривать, вас на шопинг повезти. Шутник. Ох, я наелась, напилась. Этот саки не сильный алкоголь. Чара, очень такой... Сколько градусов? Всего лишь 35 градусов. Нет. Арам, я говорила, не сильный, там 14 градусов. Как у вина. Как вино, а? А, вино мы умеем пить. Саки тоже уже умеем, да? Умеем. То есть не harpooning clones, не пьянеем. Пьем, наслаждаемся. Как-то насладились, уже перестаем. Я разговариваю, чтобы он ел. Иногда в суши-ресторане сидим. Очень много взяла, ага. Ну, думала, наешься наконец-то. Он так сказал сегодня по дороге. Я так давно суши не ел. Я вот так съел, так съел. Я думал, сейчас он целый полк суши съест. И заказал больше, чем обычно. Чтоб наел, для тебя стараюсь. И недоволен. Как всегда, у мужчины рождены недовольным. Думаю, есть такое, давайте соглашайтесь. Что не сделаешь? Как дети, как наши дети. Скажем, раньше вели их в разные парки, Диснейленд или туда-сюда. Потом уже мы все уставшие, я терпеть не могу эти парки. Они торчер для родителей. Торчер, мучение для родителей. Anyways. Весь день с ними ходили под этим солнцем, уже еле-еле ноги таскали. Под конец, когда все рады эти кружились, карусели сидели, в конце говорим, давайте в этот очередь не станем, давайте этот в другой раз, пойдем домой, отдохнем. И они настроение сразу портилось, они говорили, это самый плохой день в нашей жизни. Было такое,
Չարա, լիլ գիտես ինչ եմ պատում, որ Դիզնի էինք գնում, պարկեր էինք գնում, հետո վերջում միատ ռայդ չէինք ուզում նստեինք, ասում ենք, this was the worst day in my life. Հա, հետ դենց ենք. Հետը բուլ է, ուշ է։ But worst day չէ ասում։ Արնակը դժգոհ է, not самый плохой, մուշինը, անի կակ ձետի վետ, կտոտը պիսալ, մուշինը էտը взрослые дно. О, что-то было такое, пословица есть про мужчин, что они дети, просто, просто взрослые слишком, уже прошло их детство, но дети они. Anyway, ну хороший, люблю и берегу. Так что, Арамджан, и тебе спасибо, что ты такой хороший, терпеливый. Ничего ни слова не скажет. И вам спасибо, что вы такие хорошие, терпеливые, добрые. Не знаю, какая у нас была дегустация, но давно не дегустировали. Подумали, давайте вас возьмем с нами на дегустацию, только у нас дома. Думаю, на этом закончим наш репортаж дегустации. Всем спасибо, что посмотрели. Огромное спасибо за ваши добрые, хорошие, теплые слова. Будьте здоровы, берегите себя, увидимся. Арамджан, у тебя остался немножко? У меня есть, я не выпила. Вау. Окей, за детей. Церкви нас на хамун, люди, она вехаки кенаца. Ой, наконец-то и детей вспомнили. Мы за них, мы для них живем, так что не тостом. Надо что-то им доказывать. Пусть все дети будут счастливы, здоровы и живут под мирным небом. Все. Я так увлеклась с прощанием, забыла, что у меня десерт тоже есть. Арам, тебе тоже дам. Пусть так и будет. Как будто у тебя сегодня день рождения. Люди, смотрите. Он съел весь соус. Аркаджан, Микиш, цатрадцатовас. Дети только вернулись домой, они так соскучились по своим. Окей, донат, дезерт делаем, Арам, и тогда уже может все как бы свободно улететь по домам. Окей, один по каждому по одному, один по каждому, хотела сказать, ну, чтобы... Блюдо одиноким не чувствовал себя. 4 поставлю. Ох, Арамджан, сегодня твое день рождения. Сейчас вы поздравляете. Но это я шучу. У него день рождения в августе. Арам. Окей, так и быть. Попробую. Вернулись в наш обычный шумный дом. Good. Two more shots. Lock. One more, Beck. Game's on. Lock. All right, let's go. 2-1. Chicago. Because they won the championship. Actually, let's just do the shot practice. From, like, if I score on that team. Alright, I'm gonna go for Chicago. You're in that deck. Alright. Practice. Or just choose the team by scoring. Yes! Okay, let's see on you. Oh yeah, I chose Chicago. That means you're Florida. Okay. Florida and Chicago? Не знаю, укусить или взломать, потом укусить. Так трудно. Хочешь половину дам тебе? Или шоколадный хочешь? Улыбается. Значит, и эту хочет, и шоколадную. Я знаю его улыбку. Это мы хай-файв делаем. Окей, ешь. It's okay. Позволяю. Oh.
Сомневаюсь, что это даже настоящий разберри. Ну, так вкусно. С чаем каркаде. Как это? Мечта. Не самая такая полезная мечта, но не все мечты бывают полезными. Это закадровая дегустация. Мы уже видео сняли, попрощались с вами. Арамджан, это съем. И будем вместе тайной делиться. I kicked it.